Ну, я так думаю, что Россия переживает это не первый раз. Мы поставлены в очень трудные условия и обрушившимися ценами на нефть, а мы из расчета более 90 долларов рассчитывали бюджет, а сегодня цены на нефть, вы знаете, иногда ниже 50, поэтому приходится сокращать наши расходы, затягивать пояса. Но я так думаю, что мы ограничимся замораживанием новых строек, которые мы планировали построить в трехлетнем бюджете. Это касается и учреждений культуры, в том числе, которыми я занимаюсь. И думаю, что не надо бояться сокращения доходов населения, но в реальном исчислении они сократятся только, может быть, за счет инфляции, но выплаты мы постараемся сохранить в нынешнем объеме.